потеряв Украину, Россия страшно боится потерять в хорошем смысле Беларусь. Но и она не может поддерживать Беларусь, не зная, какую политику мы будем проводить, как они думают, что мы будем делать, есть определенное недоверие. И они хотели бы вот утрясти этот вопрос, чтобы понимать, какой будет Беларусь завтра, куда она идет, как она будет жить. Цена нынешних переговоров, определение дальнейшего существования двух государств славянских, самых близких, очень высока. И Россию надо понимать. И еще, я говорил, Россия весьма неоднородна. И мы должны это понимать. И сегодня на президента Путина давление жесточайшее, и при том уже из близкого окружения, антибелорусские. Поэтому разные люди, и это надо понимать и воспринимать. Это наша работа. И в этом направлении без гвалта мы должны работать.